Зимние купания следует проводить в специально оборудованных прорубях недалеко от берега, желательно вблизи спасательных станций под присмотром спасателей. Во время зимних купаний спасателями организуются спасательные посты, оборудованные необходимыми средствами спасения, спасательные круги, концы Александрова, спасательные багры. Толщина льда в местах массового купания должна быть не менее 25 сантиметров. Прорубь размером 2 на 2 метра. Глубина проруби должна не превышать 1,5 метра. Края проруби не должны иметь толстых кромок, острых. Также по периметру устраивается настил с деревянных досок. Еще для безопасности оборудуются перила деревянные высотой 110 сантиметров. Также места массового купания должны быть обеспечены хорошим освещением, местами для одевания, раздевания и обогрева купающихся.